Здравствуйте, я Юськов Александр, и я представляю 23-й проект. Мы занимаемся электроэнергетическими системами, которые в основном это оптимизационные задачи на графах. И цель, ну, в большинстве постановок это минимизация расходов или же максимизация прибыли. За основу была взята модель Arrears, которая, ну, реально применяется, учитывает различные параметры сетей и станций. В данной модели оптимизируются расходы на генерацию, расходы на развитие станций, на их содержание, на развитие линий и на содержание линий. Одним из ограничений является ограничение баланса, и вот что было рассмотрено на межмодуле, это когда правые части являются случайными величинами. Было так, еще на первой неделе рассмотрен вариант, когда построчные ограничения ставятся, или же совместные ограничения по вероятности. В частности, на межмодуле был рассмотрен случай, когда величина имеет дискретное распределение. В этом случае допустимая область – это не выпуклое множество, поэтому представляет достаточную сложность. Какие были предложены варианты решения? Ну, вот на такой упрощенной задаче, то есть, что приходит первое в голову – это перебор всех вариантов, но это, понятное дело, что долго. Дальше это нелинейные, то есть вводятся бинарные переменные, отвечающие за то, выполняется ли ограничение или нет. Александр? Да. Да, время уже вышло. Сейчас быстро. Было еще предложено эвристика по-быстрому, которая предлагала и были проведены эксперименты по тому, по использованию этих подходов на двух, ну, в данном случае представлено на двух задачах. Ладно, тогда все, раз время. Угу. Спасибо. Так, ну что, у нас на самом деле немножечко время мы уже перебрали. Какой-то короткий вопрос, если у кого-то есть, можно задать, или мы тогда перейдем к 22-му проекту. Очень сложно в 3 минуты. Скажите, пожалуйста, а сколько у вас параметров оптимизируется в этой модели? В общем, так, вообще в... Число. Именно переменных или суммарно параметров в экспериментах? Ну вот оптимизируется, сколько их подыскиваете вы в целевой функции, у вас их там сколько? Какое-то фиксированное число или это общая задача? Сейчас я не совсем понимаю просто постановку вопроса. Ну то есть переменные здесь это вот генерация, это мощность станций, это мощность линий и это еще перетоки. Ну, вот в конкретные оптимизационные задачи их сколько? У вас же конкретная оптимизационная задача. Там задача у нас стояла не, ну, то есть не конкретная. А, вот, все понял. А общие алгоритмы решения